Итак, официально объявляют первую в историю битву сборщиков на скорость трех команд: Белгород, Воронеж, Петербург. Нам нужен один самый быстрый человек из команды. Кейбл менеджмент, так называемый, не волнует. Абсолютно не волнует. Поддаваться запрещено. Вы зрячи, поэтому решили вам подарить возможность. Называется посвящение. Давай, а то начинает рвать корпус. Такое раз в жизни бывает. Это разговоры никто не говорит. С культурной столицы вам привет всем. Давайте поддержим Сашу. Ребят, поддержим. Intel – сила, AMD – могила. О, хорошо. Погнали, мужики! Погнали! Ну что? Последний день апреля, друзья, и как мы обещали, 30 числа мы собрали все наши команды в одном месте, потому что сегодня мы открываем наш третий филиальчик под названием компьютерная мастерская Happy PC в городе Воронеже на Московском проспекте, дом 6. И сегодня, вернее, даже прямо сейчас, буквально через там 10 минут, команды начнут соревноваться друг с другом, доказывать, что Питер лучше, Белгород, как говорится, не уступает, но Воронеж у себя дома. Это будет невероятно круто и интересно. У нас есть буквально сейчас там несколько часов как раз-таки максимально плотного общения ребят. И посмотрите, шарики повесили, тент натянут. То есть мы также ждем гостей к обеду, поэтому сейчас нужно показать атмосферу, которая уже творится, потому что питерская, белгородские и воронежские команды впервые друг друга увидели. Не было еще такого. Только оператор Женька, когда со мной катался, всех знал. Но сейчас я познакомлю вас абсолютно, так сказать, со всеми. Пойдемте. Пойдемте. Залетим. Так, ребята, надо пошуметь! А что шуметь-то? Пошла, значит, я сейчас буду быстренько расскажу перед тем, как мы начнем наше соревнование. У нас сегодня в желтеньком, я в оранжевой маечке. Вот мы их специально не гладили, чтобы подчеркнуть как раз атмосферу такой простоты и душевности. На самом деле нужно было это сделать, но ничего страшного. У нас белгородская команда. В желтых. Мы обезьяны. Да, в желтых сегодня маечках будут выступать ребята на месте. Я задумчиво. Воронеж, я вас не слышу, вы где? Что это такое, друзья? Они сегодня беленькие, без надписи Happy PC, потому что им еще нужно заслужить это звание. И сегодня их Белгород с Питером будут тестировать не по-детски, друзья. Ну и, конечно же, Питер! А где Ванек? Ванек еще не готов. Он тут? Он на улице. Вас двое, что ли, получается? Зовите, да, что это за ерунда такая? Соответственно, я сейчас вам покажу, да, Питер сейчас... Питер, мы сейчас, получается, дожидаемся и, в принципе, приступаем к соревнованиям. У нас соревновательная зона будет находиться непосредственно тут. Мы сейчас выставим все три команды, и они смогут показать, все-таки, умеют ли они в руках держать отвертку. И причем дело это под напряжением, под взглядами своих товарищей. Это будет очень эмоционально. Оп, а где? Вот они. Ну-ка, идите. У нас тут все же Белгород прокричал, Воронеж прокричал. Теперь нужно... Где питерская команда? Команда в составе ее. Саня, ну-ка, Питер вместе. Ну вы понимаете, какая атмосфера сейчас, друзья, будет твориться. Это будет незабываемое, я надеюсь. 10 часов, 10 минут. Время приступать, друзья. Вам приятного просмотра, какой бы из частей этого сногсшибательного дня вы сейчас не будете смотреть. Погнали! Вы могли спросить, а почему Ваня без футболки питерской? А все потому, что у него она эксклюзивная. Ну-ка, Ванечек! О, красава! Ну ты посмотри, а это, как говорится, спасибо это задел нашему дизайнеру Денису. Да, вот, ну это просто, вы понимаете, да? Эксклюзив. Сегодня будет вообще как бы без вопросов. Я даже ее постирал.
еще, друзья, не видели с вами. Вы только взгляните. Все, теперь они стоят на полном серьезе. Беленькие, неопытные, но вроде как претендуют на что-то. Но Белгород не обсуждается, это корни. Питер просто настолько серьезный, что страшно говорить вообще, кто там будет принимать участие. Поэтому, друзья, объявляю, собственно говоря, правила. Правило самое важное одно. Во-первых, вы должны все прекрасно понимать, что если мы говорим там про сборку на скорость, в жизни реальной, конечно, когда клиент нам приходит, такого не бывает. Все это имеет огромную долю развлекухи, так или иначе, но поддаваться запрещено. То есть, если я увижу, что, грубо говоря, кто-то осознанно, на отвали что-то делает, это очень плохо. Я хочу, чтобы все это понимали. То есть, несмотря на то, что, безусловно, это исключительно, чтобы мы с вами познакомились, пообщались, посмеялись, крутить вы должны на полную катушку, на полном серьезе, потому что у нас, еще разочек, я сейчас притащу кубочки, возьму, у нас есть, друзья, небольшие титулы. И эти титулы будут сохраняться, получается, до следующих наших соревнований, которые, скорее всего, если все пойдет нормально, будут уже проходить в Белгороде, когда у нас будет новое помещение достаточно просторное. Но до тех пор, опять же, будет это там летом, либо позже, команды будут носить, соответственно, эти звания. Если выиграет все одна команда, значит, так оно и быть. Мы сделаем выводы и будет. Самое важное, друзья, чтобы вы действительно кайфанули на полную эту катушку, себя проявили. И я прекрасно понимаю то, что каждого члена команды в одну и ту же невозможно. То есть, понятное дело, что ваша задача сейчас будет из каждой команды в определенную секцию выбрать наилучшего, так сказать, члена команды. То есть, вы сами должны решить, кто в определенных соревнованиях будет участвовать. Здесь не должно быть поддавков никаких. На полном серьезе берете лучших из лучших, как вы этот момент чувствуете. Итак, друзья, это самый важный момент. Не поддаемся на полном серьезе. Значит, первое соревнование, друзья, это битва на скорость. В принципе, я железо говорил, я видел, если кто наши ролики смотрит, вы должны были понимать. У нас полный комплект есть, да, подай, пожалуйста, материнскую плату. Сейчас каждому раздастся, вы займете по позиции, это все будет крутиться вот на этих трех столах, вы плечом к плечу будете делать. Объясняю, значит, первое соревнование. За него идет у нас вот такой вот прекрасный титул. Это самый быстрый сборщик Happy PC. Достаточно, один из самых, это самый ровный, я вам скажу, все остальные кривые. То есть, это самый ровный титул. Соответственно, вы уже могли там решить, нам нужен один самый быстрый человек из команды, как вы посчитаете нужным, чтобы он собрал сборку на скорость. Как будет где старт и стоп? Старт, естественно, мы просто объявляем, погнали. Финиш будет тогда, когда мы увидим собранную систему, которая зашла в BIOS. Систему ставить не нужно, флешки применять никакие не нужно. Задача, чтобы мы в BIOS увидели то, что у вас SSD-шка определилась, есть память, XMP выставлять не нужно. Просто рабочая система загрузилась, но есть очень важные условия, которые никак нельзя принести. Я буду снимать по 10 секунд за каждый косяк. Что такое, добавлять, спасибо, Филипп. Что такое косяк? Грубо говоря, материнская плата должна быть прикручена на все винты. Стойки стендзов должны быть по своим местам, как ни крути. Если, грубо говоря, у вас там что-то критически важно не подключено, либо там планку не установили, это все минус 10 секунд, вернее, плюс 10 секунд дается. То есть можете вообще не перекручивать винты, сделать это на скорость, но учтите, что за каждый неперекрученный винт будет плюс по 10 секунд даваться. Так что подумайте, прикиньте вашу стратегию. Задача просто, чтобы система запустилась, мы все проверили, абсолютно все работает, то есть полностью комплект, вчера перепроверили, мониторы загружаются в изображение, то есть у вас не будет вероятности того, что, блин, у меня почему-то не работает. Ну а если это случится, значит вообще не прет. Кейбл менеджмент, так называемый, не волнует, абсолютно не волнует. Это означает то, что вы можете, смотрите, задача полностью рабочий ПК, то есть все подключено по местам, есть картинка. Красиво укладывать проводочки не интересует. Интересует только, чтобы было все четко закручено. Понятное дело, дальше поступать как хотите. Можете просто все закидать в одну эту штуку. Других критериев никаких нету. Все закручено, критических моментов нигде ничего не торчит. Если у вас заглушка от IO Shield торчит в USB-шнике, плюсую 10 секунд. То есть вы говорите, все, я сделал, мы включили. Вы говорите, стоп. Уходите от компа, но будьте уверены, что когда мы подойдем, делаем осмотр, если есть какой-то явный косяк, который потенциально сборке навредит, это плюс 10 секунд минимум. Больше, в принципе, правил нет. Каждый сам скажет стоп,
когда он убедится, что у него есть SSD-шка, то есть команда, которая закончила, и считает, что я закончила, говорит, стоп, мы останавливаем, отходите от компьютера. Первое задание, перед тем, как мы начнем, у вас буквально есть минутка, пока мы расставляем сейчас по местам технику, это, грубо говоря, придумать девиз вашей команды, и перед тем, как мы начнем, мы представимся, то, что команда такая, это девиз. Абсолютно любой, какой душе угодно. Значит, смотри, давайте первый момент убедимся, то, что у нас есть, у вас отвертки у всех команд. Воронеж, дайте, пожалуйста, отвертку Белгороду. Это отвертку, ножичек, чтобы у вас у всех был инструмент. Друзья, попрошу заметить, я сейчас объявлю важным тоже момент, то, что у нас команды находятся в неравном количестве по, грубо говоря, по количеству человек. Вот, поэтому есть некоторая девиация. Тем не менее, из Питера у нас четверо парней. Воронеж, друзья, у нас представлен уже тремя, так сказать, стопроцентными ребятами, одним потенциальным Александром и Кириллом, который сейчас команде тоже помогает. То есть, да. Полноценный. Да. Я просто так скажу. Я этот момент специально, чтобы ребята, опять же, если так получится, что ребята будут дальше в команде, опять же, они также этот момент тоже не упустили, поэтому у нас есть три основных. И два человека, которые, опять же, потенциальные, этот нужно тоже момент понимать, учитывать. Белгород в составе скольки человек? Пяти тоже? Пятерых. Поэтому у нас пять Белгорода полноценных, пять Воронежа, четыре Питера. Ну, поскольку Питер самый жесткий, судя по футболкам, да, им количество должно дать. Грубо говоря, начиная сейчас с хозяев мастерской Воронеж. Даем, передаем слово. Ваша задача, так сказать, представить свою команду. И можете сказать напутственные слова вашим соперникам, потому что с этого момента лицом к лицу вы уже будете биться с ребятами, которые что-то в этом деле понимают. Тишина, давайте, Воронеж, собственно говоря, да. С первого дня у нас сложилось исторически. Кексик, пирожок, борщик. Добавился коржик. Соответственно, наш гастроном работает 24/7. Мы готовы раздавать лещей. Ничего себе, он прям... Это было круто. Блин, хорошее. Что-то передать ребятам. За равную борьбу, мужики, кулаки держу за всех. Равная битва, только честно. Заряжай хороший дивизик, мне нужна ответка для раунда. Следующий у нас, естественно, мы будем по отдаленности. Белгород находится поближе, поэтому Белгород. Кто у вас там команда, девиз и что пожелаете ребятам? Слушай, девиз очень простой. Ты прекрасно знаешь, как мы относимся к AMD, к Ryzen. Не все, кроме Филиппа, потому что у него компьютер на AMD. Не понимает просто. Ты прекрасно знаешь, сколько у нас валяется в мастерской процов дохлых, как я ненавижу AM5, поэтому девиз у нас очень прост. Intel – сила, AMD – могила. Хорошо! Надеюсь, то, что вы собираете на Intel, вам это поможет сегодня сделать. Что пожелаете команде? Включится, это точно. Пожелания всякие. Пожелания, пожелаем, да. Чтобы они не плакали, если проиграют. Своя атмосфера в Белгороде. Добро какое-то, добро. Так, ну и, конечно же, Петербург, самые дальние ребята. Во-первых, давайте мы им поаплодируем то, что 1200 километров. 3300 километров, ребята. Ребята мчали, специально ночь не спал Саня, да и все там, судя по машине. Потому что они там, когда вышли с утра, я думаю. Но они тут, мужики, вам отдельный респект, потому что действительно с Питера примчаться в Воронеж не так-то просто, тем более одним днем. Вот. Одной ночью. Да, одной ночью, поэтому, красавчики, вам слово. Итак, мужчины, да, с культурной столицы вам привет всем. Во-первых, хочу сказать спасибо за прием. Ни чая, ни кофе, ни борща, ничего не было. Полный отстой. Но мы все-таки культурные люди, поэтому да, приехали не с пустыми руками, а с гостинцами. Вот, поэтому сначала мы всем презентуем здесь, мы что, да, Воронеж. О, ну это серьезно, это они подкупают зрителей. Да, подкупают Воронеж. Зрителей сразу же. Во-первых, этот... постамент висел у нас в открытии. Да, здесь еще попытка. Это лучшая упаковка. Когда вы проиграете, чтобы можно было потыкать. Не потом откроете. Вот,
где-нибудь будет у вас висеть. Это сделал подписчик, и мы передаем вам, чтобы он также грел ваши сердца. Это, во-первых. Это хэпик, да? Да, это хэпик. Красота, красота. Это я смогу. Я так посмотрел, да, вы какие-то дрищи, ну ты еще ничего, но остальные дрищи, поэтому мы решили... Ладно, тогда ничего. Вы дрищи, поэтому мы решили вам подарить возможность просто прокачаться. А что это такое, Турнир! Турнир! Хорош! Мы найдем ему применение. И так как мы самые культурные, в конце, да, мы все-таки девиз-то должны зачитать. Да. Девиз очень такой, я бы назвал Написано его девизом. Лично. Да, только что 5 секунд на импровизацию. Это сделано просто, чтобы вам понять, кто лучший. Хэпики — это счастливые люди, и технику мы приводим в порядок с душой. Но знаете, на свете мастеров круче нет нигде, чем на Питере на линии второй. Город совсем забыли. А, да. Привет, как сами. Итак, официально объявляю первую в историю битву сборщиков на скорость трех команд. Белгород, Воронеж, Петербург. Давайте поприветствуем сейчас наших оппонентов. Из атлетов. Из команды Белгорода. Жму руку Александру. Буквально два слова скажу тоже о себе, чтобы вы понимали, кто из чего. Сколько ты у нас трудишься? 3 месяца. Да. 3 месяца. Это тот человек, который пришел и до этого с компьютерами плотно не работал. Но имея ровные руки и трезвый ум, он сейчас собирает настолько красивые, аккуратные сборки и делает это, ну, ты в день по несколько штук минимум собираешь. 2-3. 2-3 компа в день он собирает последние 3 месяца. Соответственно, опыт у него уже накопился. Но он далеко, скажем, не самый опытный из команды Белгород, но Белгород распределил именно так. То есть на скорость сегодня будет собирать Саня. И давайте поддержим Сашу. Ребят, поддержим Сашу. Санечек, красава. Да. Очень важный момент. Антон, это на самом деле, друзья, так скажу, человек, который также не является, как можно, наверное, в кавычках выразиться, профессионалом и не работал с компьютерами на серьезном уровне там, в компьютерной мастерской. Но за счет своего стремления, желания и открытости, и опять же, ровные руки, я думаю, тут не хуже, чем у Саши будут, он, наверное, во-первых, выиграл битву сборщиков, поаплодируйте ему среди Воронежа. Он по праву занимает здесь сейчас это место. Я тебе еще приз, кстати, должен до сих пор. Я привез ему портфель, вот, подумал. Грутовский? Да сразу так, бунтовик Грутовский. Это религия, да? Сразу. Я так скажу, Антон действительно тот человек, который с большой любовью, душой и страстью и аккуратностью может собрать компьютер, это 100%. Насчет скорости мы сейчас посмотрим, друзья. Это будет интрига, я понятия не представляю. Безумно круто, что так вышло, что сейчас ты тут стоишь, мужик. Насладись процессом, потому что, ну, такое раз в жизни бывает. Это факт. Давайте еще раз Антоху поддержим. Ну и, конечно же, Женя. Конечно. Да, конечно же, Женя. Женька, самый младший. Между прочим, друзья, это самый молодой с точки зрения возраста сборщик, который сегодня будет на скорость собирать. Самый высокооплачиваемый из 3 филиалов. Обещали не поднимать эту тему. Хорошо, посмотрим. Женя является тем человеком, который на себя берет практически все, что касается компьютеров. Начиная от приемки, диагностики, подборки, сборки. Супер большой универсал. И несмотря на свой юный возраст, сколько тебе лет? 20. 20 лет. Сколько в день ты компов крутишь? Да штук по 7, по 8. По 7, по 8 штук в Питере Женек крутит. Я думаю, это, как говорится, достойно. И самое интересное, что Женя в Питер... Откуда ты еще раз? Сапского перебрался. Это было действительно, он просто пришел в мастерскую и сказал то, что, блин, я хочу. И он попал в идеальный абсолютно тайминг. И, мужик, я, как говорится, рад то, что ты очень сильно усилил команду. И, ну, опять же, ни одного плохого слова в твой адрес никто не говорил. Поэтому, да. Это будет действительно, то есть у нас самый молодой, но максимально больше крутящий. У нас есть человек, который желает
максимально. Ну и, конечно же, Александр, который, я так скажу, чтобы вы просто понимали, человек, который собрал что? Моно что? Три что? Трицикл своими руками, друзья. Загуглите, что это такое, чтобы вы просто понимали. То есть это все ребята, которые умеют отвертку держать в руках. Давайте. Обратный отсчет. Давайте обратный отсчет от 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Погнали, мужики! Погнали! Ну что? Пошла битва, друзья! Пошла! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! А, тут настолько жестко! Тут настолько ребята! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Да все нормально! Можете кидать! Кидайте все что угодно! Команды помогают забирать мусор! Собирать мусор! Бери мусор, Никита! Да-да-да, все нормально! Пошла жара! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Нет, не кричите, что ты не будешь, друзья. Что я вам сейчас скажу? Это, конечно, ребята волнуются 100%. Я бы просто, у меня пульс под 200, даже я не кручу. Плюс 10 секунд буду за мат добавлять, спокойно. Это, между прочим, медицинский. Согласен, хорошо. Минус 10 секунд. Адреналин зашкаливает. Это просто невероятно. Давайте краешку постараемся не отвлекать. У нас и стрим одновременно идет. Саша кулер раскрутил, расфигачил, но при этом еще не доставал материнскую плату. Антон при этом уже, посмотрите, уже что-то с кулером делается. Я держу больше, чем они, друзья. Женя тоже уже вставил просто оперативу, но при этом кулер в состоянии непонятном находится. Фух. Вы пока можете написать в комментариях, как думаете, у кого действительно хватит термопасты в кулере, в комплекте. Что за вопросы такие? А что я-то волнуюсь, типа, вроде я кручу, волнуюсь я. Это обидно. Стоп, кровь пошла? У кого первая кровь? Ой-ой-ой. Хоп, перевязал, все нормально. Это называется посвящение. То есть, если не пролил крови, это посвящаем этот офис в мастерские. Да. Ну что, уже немножко подуспокоилась ситуация, уже нет такого, ну, кровь там уже, коврик в крови. Один. Ну не все нормально, я думаю. Женька, все нормально? Все, Женька говорит, все от потери крови. Команды можете водичку подносить, если что, своим. Эй, давай посмотрим, SSD-шку уже прикручивает Александр, ё-моё. Ну, Санёк, ты хороший. Ты сомневался? Я сомневался, но пока ты впереди. Корпус, оно, господи! Женька тоже! Антоха, не отставай! Антоха начинает рвать корпус! Это что за... Это что было сейчас? Я так давно не переживал! Ты как первую брачную ночь переживал? Это потрясающе. Я, честно, я так кайфую от этих фраз. Я сам... Говорю, никто ничего не говорит. Кстати, да. Мне реально как будто видос на X2 смотрит просто. Фу, примерно середина пути ребята уже раскромсали корпуса. Сейчас будут закручивать стойки, не пропустить планки. Не порежьтесь только об айошилды, друзья. Это самое опасное, что в мире сборок компьютера. Это голый айошилд. Ты можешь остаться без пальцов. В данном случае. Падают винты. Кто-то дал немагнитную отвертку. Саше. При этом всем, да. Есть некоторые. Тоже обе немагнитные отвертки, потому что Белгород в легком не преимуществе. Потому что я не предупредил, они не взяли свои отвертки. Питер взял свои отвертки. Воронеж со своими отвертками. Соответственно, есть некоторые сложности у Белгорода. Мастер всегда работает своим инструментом. Если мастер не взял свой инструмент, значит он что? Что? Не мастер! Вот ты посмотри, как.
сейчас самый такой момент на тоненького, то есть ребятам нужно просто подключение сделать, то есть корпуса уже на месте, мать вроде на месте, даже прикрутили винт, не все даже винтами прикрутили, вот, сейчас нужно подключить все кнопочки, друзья, вся фронтальная панель должна быть на месте, если фронтальная панель не подключена, плюс 10 секунд вы должны, то есть все подключения поменьше, USB-шки, абсолютно все, вертушки, абсолютно все, вот сейчас на тоненького, то есть мелкая моторика работает, парни должны четко, грамотно все просунуть, опять же, в реальных условиях, друзья, такого не существует, это все исключительно ради, так сказать, драйва, ради спортивного интереса и просто хорошего знакомства команд. Ваши сборки ребят собирают уже в спокойной обстановке, грамотно. И еще раз. Можете просто 0,5 поставить. Да, то есть никто, естественно, не режет пальцы просто так об эти сборки, поэтому подчеркну тот факт, что это просто не реальные условия, но тем они интереснее, друзья. То есть это вот такое действительно крутое соревнование. И драйва, адреналина огромное количество. Фух, и самое, что интересно, тот, кто соберет быстрее, это не показатель, что он собирает лучше, но это показатель, что он может речи четче и точнее, соответственно, установить нужные компоненты в нужное место, знаешь, друзья. Кто здесь собирает лучше? Кто? Кто? Ты слышал? Ты сам его породил. Ну что, друзья? Я, кстати, на самом деле, вы можете спросить, а почему Никитос вызывался? Никитос вызывался, потому что по распределению, насколько я понял, у Белгорода тогда не остается здания Сани. Сани решил как раз-таки проявить этот момент, и он действительно собирает неплохо, поэтому, ну, грех тут не поучаствовать. Не, все, крутится, все нормально. Так, дезинфорно, да. Первый запуск. Ой, что, не закрылся? Нет. Говори, стоп! Фиксируем, давайте. Надо все докрутить, сами скажете. Давайте. Так, Питер закончил. Давайте. Да, есть! Белгород! Красавчик! Фу, друзья, ну что, у нас как бы двое сказали готов. Настя, сколько время заняло, получается, первая сборка? За 16.50 Женя первый сказал. Круто, буквально секунд на 15 Саня отстал. Проверяю. SSD-шка присутствует пока что. SSD-шка на месте присутствует. Память, естественно, присутствует в данном случае. И посмотрим, присутствует ли SSD-шка у нашего дорогого Жени. SSD-шка присутствует. Везде SSD-шки присутствуют. Это хорошо. Итак, начнем с этого компьютера. Объявите, пожалуйста, Анастасия, за сколько Евгений справился в данном случае с задачей. Питер у нас справился за 16 минут 11 секунд. Огонь! Ура! Есть, Питер. Сейчас будем добавлять молодой, горячий, штрафы за косяки, если они найдутся. Цыган. Перезагрузочка работает. Подключено. Так, открываем. Компьютер, все винты. Спасибо огромное. Вам тоже привет, ребята. Все винты закручены. Вы перевалили за 5000. Ура! Нас смотрят целая деревня, да. Большая. Ничего себе деревня. Это ПГТ, Даня, уже. Итак, смотрю. Винт на месте. На месте. Под видюхой там есть чи нету? Еще один винт. Подключено. USB 3.0 на месте стоит. Вентиль подключен. Подключен. Коврик в крови. Фронтальная панель на минусы. USB-шки подключен. Аудио подключено. Вертушки все крутились вертушки. Есть. Радиаторные SSD-шки присутствуют, друзья. SSD-шка определилась. Смотрим на, получается, у нас IO Shield.
ничего не торчит, все отогнуто, все на месте. Все хорошо. Агрегат запускается. Итак, я объявляю. Питер. Кажется, ничего не добавляю по секундам. Все четко, все на месте. Нареканий никаких нету, все собрано. Ну что, ни одного штрафа? Ни одного. Получается, у нас было 16 минут 11 и осталось 16:11. Поэтому поаплодируем Питеру. Питеру поаплодируем. Поаплодируем. Посмотрим сразу, в любом случае, сборочку Александра. Саш, ты отстал на, получается, сколько? На 30 секунд? На 40. На 40 секунд. Тут я, так сказать, беру на себя удар, потому что на самом деле есть некоторые тонкости, нюанс. Я Белгород не предупредил, что нужно брать свои инструменты, поэтому как бы я виноват в том, что Саша крутил не своей отверткой, не магнитной. Это уже, конечно же, можете в меня покидать камни. Друзья, это факт. Немножечко, секундочек. Нет. Это никак не обсуждается, конечно, мы тут не будем размусоливать. Я в любом случае скажу, я под впечатлением, так сказать. Саня красава. Просто давайте Сашу. Саня красава. Он закрутил на полную катушку. Да, проверяем перезагрузку. Перезагрузка сработала. Все вертушки на месте. Винт на месте, на месте, на месте, на месте, на месте, на месте. Все находится. Компьютер перезагружается, вертушки крутятся. Пленка крутится. Все, а? Пленка не считается. Не, это все мелочи. Ну, Саня подумал о клиенте, между прочим. Да, да, да. Вот это удовольствие снимать пленку самому. Нового системника. А они лишили. Минус 30 секунд. Я думаю, рассудят в комментариях в любом случае. Давайте посмотрим, все ли у Саши подключено. Фронтальная панель на месте, аудио на месте, USB на месте, питало везде на месте. Естественно, ничего не выдало. И радиаторные SSD-шки присутствуют. Нет ли каких-то загнутых моментов? Здесь тоже все четко, гладко. Ни одного штрафа. Александр тоже не получает. Все. Очень четенько собрал. Абсолютно справедливо, так сказать, здорово. Здорово, здорово. Накал с Россией был невозможен. Антона, естественно, тоже давайте еще разочек поддержим. SSD-шечка на месте. Давайте быстро пробежимся, посмотрим. Вертушки на месте, крутятся винты. Антон, все винты крутил? Да. Все винты на месте. Я USB-шный. Да, я вижу то, что не подключен аудиоразъем. Тоже решил, так сказать, дай бог с ним. Так сказать, горе оно все пламенем, да? Смотрим. Так, поближе. У нас не подключено USB, не подключено аудио. Фронтальная панель на месте, перезагрузка работает. Винт, конечно, один там прикручен по диагонали с ли конца. Ну ладно, главное, что прикручен. Вот, нечетенько. Вот. И нету радиатора. Так, Антон, ну ты себя проявил. Проявил. Но я хотел попробовать. Да, у нас 10 секунд за радиатор и по 10 секунд за, получается, аудио USB. Вот. Да, Антоха, в любом случае, я знаю, что ты. Попрошу заметить, ребята воронежские выставили самого аккуратного. И вот интересно было бы посмотреть битву самых красивых аккуратных сборок, но это уже будет совершенно другая история. На текущий момент объявляем результаты нашего первого соревнования. Я даже не знал, что будет жарко. Вот это финальный. Вот это. Да. Итак, друзья, честно либо нечестно, никого не волнует. Сегодня победителем самой быстрой сборки стал город Петербург. Мастерская. С результатом, запомните, друзья, пока что это первый исторический момент и историческая цифра. Кто хочет, можете постараться собрать быстрее. 16 минут 11 секунд собрал Питер. Я уже вижу этот комментарий, я сделаю за 15. Я за 10. Отстал на совсем чуть-чуть. И что бы могло произойти, если бы было... 39 секунд. Да, отстал всего лишь на 39 секунд. У нас Белгород, и что бы было, если бы у него была в руках своя отвертка, уже никто не узнает, друзья, в рамках этой истории. И уже не волнует. За 16:50 еще раз Александру. Красавчик. Просто.
да, не все дома. Ну и Воронеж пока решил, так сказать, дом свой не защищать, я так понимаю. Со штрафными 30 секундами 21.54 Антон собрал. Еще разочек, друзья, по-моему, получилось невероятно круто. Красавчик. Да, у нас сейчас будет 5 минут перерыв, и дальше будет интеллектуальный курс, поэтому пьем водички, расслабляемся, да. Убираем, так сказать. Антону похлопать. Да, мы Антону сегодня похлопали. Сборщики, все втроем сюда, Женя. Соответственно, кубки я буду раздавать уже в финале, когда мы будем делать. Пока что мы просто запоминаем победителей. Становимся, да. Так, кадр, прошу сборщиков. Во, красавчики. Вот так вот. Первый конкурс, друзья, у нас завершился. По-моему, было эпично. Я прям даже не ожидал, что настолько. Супер круто. Не все однозначно, но тема интересна, наша жизнь, друзья. В следующий раз я лично от себя продумал. Все-таки надо было предупредить. Я что-то Белгород на расслабончике. Это мой нюанс, чтобы они брали свои, так сказать, отвертки. Но это уже совершенно другая история, друзья. Я понадеялся на профессионализм, да. Но, ну ладно, никаких оправданий. Питер, поздравляю с первым баллом. Что сказать? Пока что они заявили, что разорвут. Пока что они разрывают. Вот, хотя разрывом это не назвать, друзья. Так что посмотрим, что у нас произойдет в интеллектуальной среде и разгоне. Вот, у вас, кажется, есть свои бойцы. Все, отдыхаем, пьем водичку, готовимся. Интеллектуальный конкурс. Первая часть. И всего две части будет. Телефоны не используют. Если увижу, что кто-то использует телефоны, дисквалификейшн полный. Ну, еще 30 секунд. Можно оператор посмотрел. Красавцы, соберем. Надеюсь, вы на эти вопросы также ответили, ну, либо хотя бы с Google. Как-то так.